Беременная Бейонсе потратила более 7 тысяч долларов на гардероб. Беременная Бейонсе никогда не отличалась от других знаменитостей тем, что жалела денег на свой гардероб. В очередной раз поп-дива доказала, что она достойна только лучшего. Известная певица Бейонсе совсем скоро станет матерью двух близнецов. Американская певица находится на последних месяцах беременности, и все поклонники ожидают, когда же на свет появятся звездные близнецы. Как уже говорилось, вторая беременность протекает у артистки не так гладко. Певица очень сильно отекает, ей сложно ходить, но она верит только в самое лучшее. Отмечу, что в последнее время певица не жалеет ничего для себя любимой. Так, в наряде из новой коллекции Gucci весна-лето 2017 Бейонсе вместе с супругом Джей-Зи отправилась на баскетбольный матч. На стильный образ певица не пожалела 7650 долларов. Американская звезда надела черные брюки, полупрозрачный топ и пиджак с вышитыми цветами. Свой образ красавица Бейонсе умело дополнила стильным рюкзаком и очками. Снимок певицы в социальной сети Instagram всего за 10 часов собрал более 1,5 миллиона лайков. Конечно, поклонники певицы оценили ее образ, но они были взволнованы ее внешним видом. Сложилось впечатление, что певица увеличила себе губы.